Во-первых. О. Во-первых, смотрите, какой у меня красивый стол. Блин, а. Не перенести. Дальше. В общем, значит, я пришел к себе домой и понял одну вещь, как бы, что живу я вообще непонятно где. Запас сил расходуется на бег и использование силовых атак. Ну вы это слышали? Я был в шоке, когда я это прочитал. Ну, то есть сейчас. Значит, то есть я могу? Вот я просто иду из дома. И тут как бы трупы какие-то. Напоминаю, что это необычное явление для Скайрима, и тут вообще какая-то кровавая расправа произошла. Непонятно где, непонятно когда. Сундук я уже забрал здесь. Дальше. Типа, кстати, вот это место, где только что был оно, вот подчеркну, не отмечено на карте. Дальше, а сзади дома я просто как-то гулял у себя по дому, а там... Типа, вот что это такое? А там какие-то обряды проводят. Типа... Сейчас, конечно, стемнело, хотя свечу, наоборот, даже хорошо видно. Вон, лось там просто идет, он, ну, не знает, чего его ждет. Солнце не очень-то полезно для моей кожи. То есть я вот, не знаю, вот я просто купил дом такой, и типа, ну, все хорошо, буду жить прекрасно, в поместье озера, тут где-то озеро есть. А вот никто меня не предупреждал о таких обстоятельствах, так сказать.